Привет, меня зовут Женя, и год назад я уволилась с завода, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Да, я была официально трудоустроена, у меня была стабильная зарплата, но за много лет место оставалось чужим. В какой-то момент я поняла, что больше не могу и пора что-то менять. Устроилась работать в рекламное агентство и начала плотно заниматься продвижением своего дела. У родителей была паника и вопрос, зачем уходить в неизвестность, если есть риск остаться совсем без стабильности. Возможно, но я старалась не бояться и не думать о том, что еще не произошло. На данный момент мне нравится заниматься рекламой и живописью. Это то, что меня вдохновляет. Возможно, дальше что-то пойдет не так, и это нормально. Главное, что я попробовала. Ведь если я не буду пробовать, то не узнаю, мое это или нет. Старайтесь не думать о том, чего не произошло. Решайте проблему по факту. Пробуйте, ведь если мы не попробуем, то так и ничего не узнаем.